Ассалям алейкум, вы слушаете подкаст «Букхане», я его ведущая Сибия Асанова. Ранее говорила, что расширяю рамки подкаста, поэтому теперь у нас появится рубрика так называемого «книжного клуба», где я вместе с любителями что-нибудь почитать будем обсуждать книги, говорить об авторах, сюжете и проводить параллели. Сразу хочу заметить, что это не разговор двух экспертов или того хуже литературных критиков, это просто обсуждение и обмен впечатлениями о прочитанном. Сегодня у меня в гостях мой давний друг, коллега и журналист газеты «Хрым» Тимур Куртумеров. Тимур, селям алейкум, сагу, что пришел. Алейкум себе. Я вот тебя представила, я все сказала или я что-то забыла, можешь еще что-нибудь о себе рассказать. Ну, что о себе рассказать? Наверное, единственное, что забыла, это, наверное, то, что я книголюб. Это единственное. Почитать я люблю, да, действительно. И, насколько я знаю, ты любитель Стивена Кинга. Ага, именно так. Обожатель. Ну, не то чтобы обожатель, наверное, обожатель я больше Толкина, а Стивен Кинг, это, наверное, в последнее время мне он стал очень нравиться. Окей. По рекомендации Тимура я прочитала книгу «Выбор» Евы Эдит Эггер. И сегодня мы будем обсуждать как раз-таки ее. Тимур, расскажи кратко, о чем эта книга и кто ее автор. Автор — это 90-летняя женщина, которая... Ну, которая имела, мягко говоря, нелегкое детство, и в 16 лет, если я не ошибаюсь, она застала войну Вторую мировую, в которой, как и венгерская еврейка, она попадает в Освенцим, в один из концлагерей, где гибнут ее родители. Она сама видит, как родители уходят в газовую камеру. И, ну, на самом деле, это был просто потрясающий момент, когда ты читаешь этот и не представляешь, как дети могут смотреть в последний раз вслед за уходящими на смерть родителями. А сама книга, наверное, ее можно охарактеризовать как три части. Ну, она первая — это историческая, даже нет, двух, наверное. Первая — это историческая, там, где она описывает свою историю, свою автобиографию. А вторая — это психологическая, где она говорит о выборе, о том, что... Каждый человек имеет свой выбор, и он должен делать это сам. И как сам автор отмечает, к этой мысли она пришла, если не ошибаюсь, в 50 лет. И когда ей было около 50 лет. Ну, я еще хочу сказать про возраст, да. Мы сейчас будем говорить о ее биографии, с детства, да, о ее жизни. Но психологом... кем она стала? Она стала аж 51 год, то есть никогда не поздно учиться и приходить к своей мечте. И вот о самой книге написано, на самой книге написано, что это книга о свободе и внутренней свободе человека, а в интернете я прочитала такое, что выбор Эдит Эггер про обретение себя вопреки, мысли девушки, выжившей в лагере смерти, книга о том, как пережить потери, выйти из тюрьмы собственного разума. То есть это такая книга вроде как про войну, но тем не менее она все-таки в позитивном ключе. То есть это книга, которая, наверное, может помочь людям, которым кажется, что они в углу и нет выхода, все-таки вот, увидеть свет. Вот как раз-таки вторая часть книги, она действительно уже не про войну. То есть, несмотря на то, что там во второй части есть моменты, где она разговаривает с людьми, прошедшими войну, то есть как психотерапевт уже, как психолог, а вторая часть, она абсолютно не про войну. И, кстати, отмечу тот момент, что как я вообще попал на эту книгу, мне ее посоветовала одна знакомая моя психолог, и она сказала мне довольно интересную вещь. Она сказала почитать это, но то, что я забыл тебе себе сказать, но перед прочтением книги «Выбор» она посоветовала почитать мне книгу «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Mm-hmm. То есть там буквально очень тоненькая книга. И
Я тебя понимаю, почему. То есть я сначала не понимал, типа, какая связь между, по сути, практически детской какой-то сказкой и серьезной психологической книгой. А теперь я понимаю, что вот в «Чаке» по имени Джонатан Ливингстон там тоже, по сути, психология того, что мы все держим у себя в голове. То есть все рамки у нас в голове. Ну, давай тогда немножко вернемся в начало книги, с чего эта книга начинается. Не будем спойлерить, можно сказать. Вот, но все-таки немного расскажем о том... Во-первых, хотелось бы поговорить о подаче. Как подается текст, как подается информация, потому что читать что-то, основанное на реальных событиях, это всегда интересно, но иногда это все очень сложным языком написано. Тем более книга, первая ее часть, про очень страшные события, да, то есть это и война, и Холокост, и лагеря смерти, в которых она побывала. Вот. Но давай поговорим немного о языке, о подаче. Стоит ли бояться читать эту книгу? Вот. Ну, во-первых, говоря о подаче, я бы сказал, что подача очень даже мягкая. Вот для такой книги, для такой темы, говоря об концлагерях, это очень мягко, это, ну, оно не описывается прям настолько вот все эти ужасные вещи. То есть есть на них намеки, есть указания, но нету прям сцен, которые бы показывали все эти ужасы. И вот это прям очень сильно выделяет по сравнению с другими похожими подобными книгами, потому что их тысячи, про концлагеря, про ужасы войны. Язык очень легкий, очень... Ну, смотря, еще смотря на каком языке читать, то есть я как человек, который читал его на русском, я не знаю, на английском, возможно, он потруднее или там на других языках. Но на русском очень легкий. И мне, кстати, я даже еще вперед немножко отодвинусь, мне очень понравилась обложка книги. Если я помню, что там изображено... На обложке маленькая девочка, цветочек, который светит сверху, как фонарь. Там не просто цветочек, а там, да, цветочек, как настольная лампа какая-то. Да-да-да. А вот ведет к этой настольной лампе колючая проволока. Ага, вот это я, кстати, не заметила. И цветочек типа тюльпана или что-то вот похожее. И вот внизу девочка, и насколько я читал, это очертания самой автора. Силуэт самой автора. И то есть книга сама из самого начала начинает преподносить, что там будет, о чем рассказывается. То есть, ну, хотя мы сразу этого не понимаем. Ну да, я, если честно, вот увидела цветочек, увидела девочку, но вот на колючую проволоку я вообще не обратила внимания. Да, здесь что-то похожее то ли на тюльпан, то ли ну что-то такое. Вот, и колючая проволока. Да. На самом деле Ева Эдит Эггер, она была балериной в своей юности и детстве, да, она выросла в семье Портнова, и всегда в семье, как она описывает, ей отделялось, ну, не самое лучшее место, она была всегда в тени своих сестер, своей сестры-скрипачки, вот, но тем не менее ее навыки и талант, можно сказать, спасли ей жизнь, да, так скажем. Вот. И это очень показательно, что она... они попадают, как мы уже сказали, со своей семьей в концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенцим. И при первой же селекции ее мать отправляют на смерть. И она остается... ну, они с сестрой остаются сиротами. И в первую или вторую ночь буквально в их барак приходит, напомни, комендант, пожалуйста. По-моему, или что-то. Ангел смерти, этот врач, которого, да. Который делал опыты на узниках. Вот, я сейчас прошу прощения, не вспомню его имя. Вот, и он заставляет ее танцевать, и она, танцуя перед ним, представляет себя на большой сцене, да, это очень показательно. Я вот все-таки задалась таким вопросом. Она действительно тогда так думала?
ну, то есть, реально, своей, будучи молодой девочкой, да, либо это осознание пришло к ней через много лет. То есть, вот... Я не думаю, что она представляла себя, ну, на большой сцене. Я думаю, что она представляла, что это ее последний танец перед смертью. Ну, потому что я... Понятное дело, что все, кто попадал в концлагеря, они уже были... Ну, они не были готовы к смерти, но они ее ждали, как бы это страшно не звучало. И я думаю, что если бы она, танцуя перед ним, не понравилась ему, то ей бы тоже была уготована смерть. Но ей повезло. И... Возможно, она что-то представляла перед собой, но это, наверное, от какого-то страха. Ну, я не могу сказать точно. А когда это осознание пришло, я думаю, что по прошествии лет, когда она стала больше заниматься таким своего рода самокопанием, и вот, ну, тогда она уже, наверное, осознанно дошла до этого. Ну да. Один момент, это первый эпизод, когда... ее навыки спасли ей жизнь. И второй эпизод, когда они с сестрой попали в разные шеренги, так скажем, да, на селекции. Она перебежала? Да, когда она перебежала. И это, конечно, мы понимаем, что она в очередной раз спаслась от смерти. И очень символичным, мне кажется, еще то, что когда ее спасли уже, да, мы уже сейчас все перепрыгиваем через все эти события. Ох, все-таки спойлерим мы. Вот. У нее был поломан позвоночник. То есть это как-то очень символично в плане того, что позвоночник, да, это, ну, тем более для балерины, это самое главное, можно сказать, и... Это любого человека. Ну, и любого человека, ну, и человека, который занимается, например, танцами, да, искусством. Ну, это по сути, все, да. Все, просто, можно сказать, был поставлен крест, но тем не менее, и даже иногда... чисто символично используется это выражение, сломать хребет, да, там, ну, то есть такое, вот, и у нее действительно... А тут вот в прямом смысле был поломан. Да, тут и в прямом смысле, и в переносном смысле оно как бы читается, но тем не менее она все-таки стала тем, кем она стала, и борьба ее не закончилась за выживание в Освенциме, сейчас мы об этом позже поговорим. Ну, кстати, вот говоря о сломанном хребете и полностью, наверное, вспоминается одна из цитат, где вот мы все любим говорить, что время лечит. А она вот в своей книге говорит абсолютно обратное. Сейчас процитирую, постараюсь процитировать. «Не время лечит, справляемся мы сами, со временем. Выздоровление придет, когда мы решим взять на себя ответственность, когда... примем на себя риск и, наконец, позволим себе избавиться от душевной боли. То есть освободимся от скорби и отпустим прошлое. И все это вопрос нашего выбора». И вот все-таки это, видимо, несмотря на то, что она, у нее был переломан позвоночник, она выбирала жить, наверное, неосознанно. Наверное, выбирала жить каждый раз. Ну, еще сейчас мы уже позже к этому придем, да, о том, как у нее же семейная жизнь строилась, но там она тогда тоже сделала такой выбор, когда их вещи, все их богатство было в другой стране, а она выбирает и делает все для того, чтобы всеми разрешенными и запрещенными путями, чтобы уехать в другую страну, в которой ее, конечно же, не ждут и ей там не рады, но она выбирает будущее в той стране, в Соединенных Штатах Америки, да? Вот, и еще одна цитата про выбор. «Это первый раз, когда я понимаю, что у нас есть выбор — обращать внимание на то, что мы потеряли, или на то, что все еще имеем». Вот. Ну, тут просто книгу всю можно разбивать на цитаты. Вот. Ну, она полностью вся пронизана выбором. И несмотря на то, что она автобиографичная... То есть, во-первых, не нужно смотреть на эту книгу, когда будете читать или когда читаете, когда я читал. То есть, это не какая-то панацея, это не лекарство для каждого из нас. Это просто нужно для того, ну, подобные книги, в принципе, нужны для того, чтобы осознать, что
выбор — это нормально, и что выбор мы делаем, по сути, каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Даже вот сейчас мы с тобой разговариваем, мы выбираем слова, которые мы будем говорить. Поэтому, есть, когда будет читать, наверное, нужно понимать что-то, что ты воспримешь для себя, а не следовать тому пути. Ну, это нереально, в принципе, но и не надо ожидать, что это будет панацеей. Да. Я на самом деле всегда провожу, ну, какие-то параллели. Я читала книгу «Зулейха открывает глаза». Вот. И я почему-то... Мне сначала это очень зашло, потому что я проводила параллели с депортацией, да, вот с этим... Ну, описывался путь, да, высылка, раскулачивание. Я очень как-то близко это все восприняла. И читая книгу «Выбор», честно говоря, я тоже проводила какие-то параллели, потому что это и исторический период один, да, с депортацией, и эти поезда. Я вот даже себе, ну, скринила, да, условно. Поезда, да, они прям там вот... Они, да, сразу параллели проводят. Да, я как бы скринила, ну, разные эпизоды из книги, и вот заскринила описание вагона, которое она дает. Вагон не похож на те, в которых я ездила раньше. Это не пассажирский поезд, в нем перевозят домашний скот или грузы. Мы человеческий груз. Нас по сотням в вагоне. Каждый час ощущается как неделя. Неопределенность растягивает минуты. Неопределенность и непрекращающийся стук колес по рельсам. На восьмерых одна буханка хлеба, одно ведро воды на всех, одно ведро для отходов нашей жизни деятельности. Пахнет потом и экстрементами. Люди умирают в дороге. Все мы спим стоя, привалившись на наших родственников, вытесняя мертвых. Вот. Я, честно говоря, читаю, и мне прям очень, ну, это было близко, хоть я, конечно, Аллаха-Шакур не находилась в таких условиях, но тем не менее, когда ты читаешь подобные истории, ты все-таки проводишь вот эти вот страшные параллели все-таки. Но все равно это не такое далекое прошлое, чтобы оно забылось, и до сих пор историческая память, вот как-то не очень люблю это выражение, но оно действительно, наверное, все-таки народная память, она все еще живая, и пока, и сейчас у нас есть свидетели того периода до сих пор, хоть уже все меньше и меньше с каждым днем, но они есть, и, наверное, поэтому в нас это прям откликается максимально. И да, действительно, там очень много параллелей можно проводить с крымскими татарами, с нами, с депортацией, с в какой-то степени возвращением, да и с нынешними днями. Там просто, если читать, то, думаю, каждый может провести тысячи параллелей на каждой странице. Но мне, если честно, кажется, что мы можем проводить параллели в момент этих страшных событий, в момент возвращения, но почему-то у нас все-таки выбор наш в более негативную сторону. То есть мы как-то всегда и во всем виним депортацию, и все наши проблемы, вот это все, ну, то есть меня могут сейчас закидать камнями. Нет, я полностью сказать, согласен. Это очень страшно, и мы очень пострадали. Я с этим согласна, я это никак не отрицаю, но тем не менее, возможно, наши бабушки, дедушки, они, вернувшись, строили жизнь для нас, но сейчас мы не имеем права жаловаться на то, что у нас сложная историческая историческая обстановка, да, то есть мы должны сейчас делать выбор в пользу светлого, развиваться, вот, быть, наверное, становиться и увеличивать число интеллигенции крымско-татарской, что-то делать. То есть, и вот сейчас я очень часто в сегодняшние дни слышу фразу «делай то, что можешь, и то, что должен, и пусть что будет». То есть мы должны заниматься тем, что мы умеем, делать это хорошо, а не продолжать все-таки жаловаться на прошлое. Потому что не одни мы такое пережили, Нет, на самом деле это так, и я полностью с собой согласен, что мы не должны жить в прошлом.
Потом, мы его не должны забывать, но и жить в нем мы не должны. А мы, несмотря ни на что, продолжаем в нем жить в той или иной степени. Каждый в разной степени живет в прошлом. Но опять же, это чистая психология, потому что почему мы не должны жить прошлым? И психологи всегда говорят, ты можешь изменить прошлое? Нет. Ты можешь что-то сделать в будущем, сейчас? Нет. То есть у нас есть сейчас настоящее, и мы должны делать что-то для будущего, чтобы оно было светлым, хорошим, но не жить ни в прошлом, ни в будущем. И как у нас это принято, у нас либо все уходят, а вот тогда-то было вот так, либо, ну, мне бунахалдраях сонкили чекте большие уса. Ну, и на самом деле Ева Эдит Эггер пишет еще о том, что, ну, как бы, анализируя прошлое, мы, конечно, можем скорбить по будущему, которое не наступило из-за того прошлого, которое было. Но тем не менее, опять же, мы не можем быть уверены, что оно наступило бы, если бы не эти события. То есть мы не знаем, как повернулась бы история, и мы не знаем, какие нити судьбы могли протянуться. То есть, да, мы можем предполагать, что из-за того прошлого, да, ну, если, например, говорим о крымских татарах, то Крым был бы прям процветающий, что у нас здесь все было бы. Но опять же, мы не можем этого утверждать наверняка. Потому что это опять же, я не помню, как это называется, вот это вот прекрасное «если бы, да кабы». Мы живем в нынешнее время, мы или наши родители, наши предки пережили те или иные события, и, ну, этого уже ничего не изменить. И думать о чем-то таком, мне кажется, ну, это немножко утопично. Мне кажется, у каждого поколения есть свои испытания, да? Мы тоже живем в определенные исторические моменты, которые, ну, точно войдут, да, в учебники истории, всемирной истории в том числе. Поэтому это такой очень сложный момент, то есть судить о том, что все, ну, не все, многие жалуются и винят во всем депортацию, это бесспорно, ну, правильно. Но, тем не менее, мне кажется, что мы все-таки должны выйти из позиции жертвы и делать, развиваться. Вот. Тут абсолютно согласен. Позиция жертвы, она просто тянет на дно. Вот. Она и не дает развиваться. То есть мы не делаем ничего, потому что время не то, потому что финансовые возможности нет, потому что нет вдохновения, не тот момент. Мы находим тысячи отговорок для себя, чтобы не сделать чего-то. Но почему мы не ищем тысячи тысячи мотиваций для себя, чтобы что-то сделать? Хотя бы одну мотивацию. Ну, давай вернемся все-таки к книге. Говоря о связи, да, крымских татар с вот этой историей, например, могу сказать о том, что есть такой исторический факт, что освобождение Освенцима, да, этого лагеря, сейчас вообще запрещают говорить Освенцим, по крайней мере, в Польше, говорят, что лагерь называется Аушвиц-Биркенау, как его называли немцы, а Освенцим — это город в Польше, и он, это отдельный город, я в нем была, в нем живут люди, а концлагерь, то есть
такой мемориальный комплекс, можно, наверное, правильнее сказать. Он есть, он называется Аушвиц-Биркенау. В нем туда можно пойти на экскурсию. Я была там. Это очень такое страшное место. И место, в которое не хочется возвращаться, но мне кажется, очень... Сложно забыть, да? Сложно забыть, и важно там побывать, в принципе, чтобы посмотреть вообще, в принципе, каких... какой нечеловечность может... Ну, нечеловечности и жестокости может вообще, в принципе, дойти человек. Удивительно, человек. Но это делает да, человек. Да, да, да. И то есть, ну, мы сейчас понимаем, что это все актуально по сей день, но на тот момент я там была, наверное... ну, в 15-м, либо в 16-м году, вот, мне было очень, ну, страшно, и очень показательно было, что, ну, вот, я читаю книгу, как будто бы я вот вернулась снова в этот мемориальный комплекс, да, и мы, когда автор рассказывает про селекцию, когда они попали в лагерь, там у них забирали одежду, забирали очки, mm-hmm. забирали, выбривали волосы, то есть они оставались полностью голыми, ни с чем, все. И мы заходили вот в эти комнаты, в которых была комната с волосами, была комната с очками, была комната, с, например, там, с чемоданами под стеклом, да? То есть это не просто какой-то маленький эпизод, то есть это а то есть... реальные это вещи реальных людей. Это реальные вещи реальных людей, которые были найдены при освобождении концлагеря. И была камера, да, огромная, вот эта вот стеклянная комната, в которой были протезы различные. Зубы, ноги, руки, ну вот, то есть вот эти вот протезы. То есть людей, ну, полностью оставляли ни с чем. И такой был эпизод. В нашей делегации была девушка, она была художницей, ну, то есть она была творческой личностью, а как мы знаем, творческие люди, они, ну, более близко к сердцу, возможно, принимают, переживают. И у нас был такой экскурсовод, который рассказывал очень таким тихим голосом, с таким вот выражением, то есть... Вот тебя просто пробирали мурашки, в принципе, от места, в котором ты находишься, и от манеры повествования того, что здесь происходило. И в какой-то момент эта девушка, увидя вот эту огромную кучу волос, она просто зарыдала. Вот просто в тишине она просто зарыдала. И я понимаю, что если вот мы спустя столько времени, да... Переживаем, да, есть такой термин в книге «репереживание» вот этим людям, то что чувствовали они тогда, да? Это очень страшно, вот. И к чему я начала этот разговор, что при освобождении этого концлагеря велась, конечно же, съемка, и одним из людей, который снимал эту съемку, был крымский татарин Кинан Кутумзаде. Вот, и я даже смотрела эту кинохронику, но сами историки, эксперты польские, они говорят, что это, ну, не совсем достоверное видео, потому что, когда туда зашли освобождать, первым делом, хоть и были эти кинографисты, да, операторы, было, ну, не до съемки. Они были просто в ужасе, в шоке, и они просто, ну, не смогли ничего делать. Позже они попросили... ну, возможно, в этот же день снова всех зайти туда и на камеру выйти. Но это уже, как говорится, чистота эксперимента была не той. То есть на этих кадрах были ужасные вообще на вид люди, исхудавшие, грязные. Ну, страшно. Но это еще не весь это, ужас. Видимо, это был. Не тот предел, который... Да, да, да. Возможно, это сделали специально, чтобы не шокировать... еще больше других людей, ну, которые не побывали в этом. Хотя я не знаю, что может еще больше шокировать, чем война, которая была в... Ну, Вторая мировая война, это исторический факт, мы не можем это, ну, упустить, это исторический факт. Вот. И еще про один мемориал говорится в книге. Мне кажется, сейчас мои слушатели подумают, что я, не знаю, понтуюсь. Вот, но это на самом деле не понты, так скажем. Еще один мемориал, о котором говорится, это город Будапешт, да? И там тоже есть один мемориал. Он находится на берегу Дуная. Это также...
такой мемориальный комплекс, если не ошибаюсь, что-то он, поправь меня. Он очень тоже, он очень пробирает, и там, там расположены туфли, и называется он туфли, ну, прямо вот туфли на набережной Дуная. В общем, это этот памятник сделан в память о тех людях, которых убивали и топили в Дунае, можно сказать. Я когда первый раз увидела этот памятник, я сначала не поняла, что это такое. Потом, когда нам уже рассказали, я смотрю, и я вижу, что там очень разного размера туфли. Есть женские, мужские, есть старые, новые, и есть детские. И это было очень страшно, очень... Вот я сейчас говорю, у меня прям аж слезы поступают, вот. Но тем не менее, прожив весь этот ужас, героиня и автор книги, она все-таки в конце добивается такого вот успеха, можно сказать, да, на профессиональном поприще. И она возвращается в Освенцим, чтобы... сказать, посмотреть в лицо своему страху. Вот на самом деле это очень удивительно, потому что, насколько я читал, я не могу этого утверждать на 100%, но насколько я читал, люди, побывавшие в концентрационных лагерях, они не имеют сил вернуться в то место, где их держали. И либо если они возвращаются, то это прям настолько эмоционально их давит и подавляет. Эдит Евегер, или Эгер, кстати, не помню. Кстати, тут тоже, наверное, крымско-татарская небольшая есть. На последний слог. Да. Она возвращается, она там бывает и спокойно. Ну, то есть, опять же, это восприятие ее. То есть она абсолютно спокойна к тому времени. Ну, насколько возможно быть там спокойным, наверное. Но, тем не менее, сейчас, наверное, у наших слушателей сложилось такое впечатление, что человек прожил, условно, пережил войну, пережил Холокост, да, побывал в трех концентрационных лагерях, то есть она была не только в Освенциме, и ее, по сути, чуть ли вообще не потеряли в груде трупов, да, ее вот случайно заметили и вот спасли. Возможно, она могла бы там остаться среди этих трупов и тоже умереть. Ну, кстати, она сама отвечает, что случайности не случайны в этом плане. Вот. Но факт в том, что это, не должно сложиться впечатление, что она это пережила, все забыла и все. Она очень много лет с этим жила и по сей день живет, и она в каждом своем пациенте находит где-то себя, где-то проблему себя, отражение себя. И вот она даже много лет запрещала, во-первых, в своем доме поднимать эту тему, говорить об этом с друзьями, скрывала это очень. И она даже такую фразу я тоже заскринила: мы убеждены, что если надежно спрячем все пережитое под замок, то окажемся в безопасности и станем счастливыми. Вот. Еще одну фразу хочу прочитать в продолжении. Только после многих лет я наконец пришла к пониманию, что эскапизм не лечит боль, он ее усугубляет. По географическим меркам от моих давнишних лагерей Америка находилась дальше всех мест, в которых я жила ранее. Но психологически я была здесь узницей в большей степени, чем прежде. Убегая от прошлого, от своего страха, я не обрела свободы. Вот. Так и по сути так и есть, когда мы от своих проблем, от своих мыслей открещиваемся, мы не решаем вопросы, которые вызывают эти мысли. Мы их просто куда-то на задний план отодвигаем в своей голове, а они там все время живут, разрастаются, и это вызывает еще больше. Это, наоборот, влияет хуже. Ну, тут в этом плане я согласен с ней. Кстати, сама... Я не помню. Вот я точно не помню, но я читал историю, что то ли у самой Эдит Евы, то ли у ее коллеги Виктора Франкла, что...
Вот кто-то, что именно Виктор Франкл в какой-то степени заставил ее написать свою историю как книгу. Она это писала в благодарностях. В конце писала это в благодарностях. Точно. И говорила, что я благодарю моего друга. Это тоже Виктор Франкл, ученый, который также пережил... Ученый-психолог, да, он тоже пережил концлагеря. И, ну, то есть у них истории, по сути, абсолютно, ну, если не идентичные, то очень похожие. Ну да, и то есть также она в книге говорит о том, что когда она еще только собиралась стать психологом или получала образование, она как раз-таки натыкалась на труды этого человека, и они в какой-то степени тоже определили ее будущее. Вот. Видимо, в какой-то степени это он ее учитель. Ну да. И еще такой интересный момент, тоже из книги. Подобное происходило в концлагерях. Не зная, что им делать с долгожданной свободой, бывшие узники в пространстве разбредались из мест своего заключения, а затем возвращались, приходили через лагерные ворота обратно, входили в бараки и отрешенно сидели на нарах. То есть это какой-то эпизод, как было с крепостным правом. Когда крепостное право упразднили, крепостные не знали, что делать. Да, они возвращались к своим баринам. И, возможно, это... какой-то синдром, не знаю, стокгольмский синдром, что ли, можно назвать, когда... Ну, потому что ты не знаешь, что делать. В какой-то степени это действительно похоже на стокгольмский синдром. Ну, я бы с тобой, конечно, поспорила. Это больше не полюби своего врага, да, наверное? Ну, по факту они же те, кто... у кого... ну стокгольмский синдром этот, но они же не любят своего врага. Вот не, они не любят в том смысле, в котором можно любить. То есть их, по сути, заставляют... Ну, они просто меняют свое положение. Они меняют свое отношение к этому, и они меняют, чтобы сохранить себя в какой-то степени. Ну, то есть, ну, это не в полной мере, конечно, вот это нельзя сравнивать, но... возвращение туда, это... они просто не знали, что делать больше. То есть они жили там условно там полгода-год, и за эти полгода-год, и, наверное, в их головах настолько все поменяли. Мы просто даже... ну, даже читая все книги про ужасы концлагерей, не понимаешь... до конца все равно не рассказывается о том, какие там опыты, эксперименты или еще что-то проводилось над этими людьми. А эти сами люди не рассказывают, кстати. Кстати, заметила это? Сами люди, пережившие, очень редко рассказывают о годах, проведенных действительно в концлагерях. Ну, люди, которые были действительно свидетелями этих событий, я не знаю про концлагеря, но вот, например, участники войны, да, они со слезами на глазах это вспоминают, ну и вообще не стараются вспоминать, потому что, ну, это страшно. И вот эти вот все фразы, да, и праздники, которые приурочены к этим дням победы, для ветеранов это не праздники. Это совсем не праздники. Да, потому что, ну, война — это страшно, и война — это страшно для обоих сторон, и по ту, и по эту сторону. И это страшно для детей в первую очередь, не для взрослых, а для детей, потому что психика детей, она поломана, абсолютно поломана, и не знаешь, что будет с этими детьми, поэтому... Ну, еще такой момент, я, кстати, тоже об этом думала, когда читала книгу, уже дочитала. Говорят, ну, многие психологические проблемы, они имеют корни из детства, да? То есть что-то в детстве произошло, и потом это может и в зрелом возрасте, и в старости это может выйти, да, наружу. Когда я читала книгу, для меня было очень удивительным, как человек, который пережил в детстве, в юности, да, такие события, то есть, в принципе, человек с поломанной психикой, вот вдребезги просто, потому что... не собрать. Да, не собрать, это ужас, потери родителей, потеря близкого человека, да, ее первая любовь, она узнала, что он тоже погиб. Голод, вот эта вот селекция, вот эти
я не знаю, круги ада, которые они проходили, и потом... И она же не сломилась, она же боролась за свое будущее. Очень удивительно, интересно и страшно. Ну, это сила воли человека, которая, как сама автор говорит, и есть у каждого человека. То есть... А на что мы можем влиять? То есть, ну, по сути, максимально мы можем влиять только на свои чувства, на свои мысли. И если мы влияем на них, то мы можем изменить то, что у нас в голове происходит, а изменив то, что у нас происходит в голове, мы можем изменить свою жизнь и все, что вокруг. И это основное. И... Ну, это мы сейчас понимаем, но я не знаю, сколько усилий и сколько времени понадобилось ей, чтобы прийти к такой мысли и пережить в какой-то... Да, действительно, наверное, она не раз переживала те годы, когда у нее психика была полностью в клочья разорвана. Ну... Но она смогла, и это действительно, как сейчас говорят, это респект. И теперь уже хотелось бы поговорить о том, что было после, да, потому что истории Освенц, ну, нахождение в концентрационных лагерях, войне, там уделяется, ну, треть, наверное, да, книги? Ну, не больше, я думаю. Потом уже она рассказывает о своей жизни позже, после всех этих событий, которые, в принципе... ну, не менее интересные, захватывающие и в какой-то степени, ну, страшные, потому что она не раз там и закон нарушала, да, и все правила нарушала. Но она была вынуждена. Да, да, ну, понятное дело, я как бы сейчас ее ни в чем не виню, но сам факт того, что она, ну, выгрызала зубами свое будущее. Наверное, когда человек хочет жить, и когда человек хочет... Даже не просто, хотя бы просто существовать, и человек пойдет не на такое. То есть, ну, наверное, не будем, да, немножко спойлерить. Итак, про Освенцим довольно много проспойлерили. Да-да-да, вот. Но еще что хочу сказать. Я сама так думаю и в некоторых источниках прочитала, что эту книгу, во-первых, рекомендуют, как и тебе, психологи, психиатры, но они все рекомендуют эту книгу обязательно дочитать. Я сама из тех, которая эту книгу отложила на какой-то момент. Этот подкаст должен был записываться еще в начале февраля. Я начала читать эту книгу, я думала, что я ее прочту за неделю, но я начала ее читать, начались очень страшные события, и я поняла, что я не готова просто читать то, что сейчас происходит... Ну вот, сегодня. Я эту книгу отложила, но потом поняла, что, ну, нет, я хочу эту книгу дочитать. Я очень рада, что я ее дочитала, потому что все-таки книга в позитивном ключе, она заканчивается, ну, позитивно. Да, это не какой-то сюжет, да, придуманный. Это, ну, скорее, она заканчивается на каком-то этапе жизни этого человека. Жизнь этого человека еще не закончилась, она живет, ведет свою деятельность, вот. И очень интересно, что бабушка в 91 год заканчивает свои лекции перед огромной аудиторией батманом. Это вообще как? То есть она все-таки не отказалась от своей детской мечты, да, быть балериной, и она в свои 91 продолжает это делать. Это, конечно, очень удивительно, поэтому все-таки книгу нужно дочитать каждому, вот. Ну, каждому, кто захочет почитать. Да, ну, в смысле, если вы начали, обязательно дочитайте, да. Обязательно нужно дочитывать, потому что иначе какой-то эффект не очень получится. А то покажется, что там только про концлагеря. Концлагеря, войну. Ну, концлагеря, войну, да. А там довольно много еще интересного и... Ну, кстати, вот часть, где она работает с людьми, пытаясь помочь им в решении их психологических проблем, мне кажется, она тоже довольно-таки интересная. Кстати, она работала, описывает там много примеров с военными как раз, и какие у них были психологические травмы. И это у военных, у которых, казалось бы, должна быть крепкая психика,
И, ну, если я не ошибаюсь, там она всем сумела помочь, ну, по крайней мере, всем, кого всем, описывает. Да-да-да. Ну, на самом деле, ситуация с военными очень показательно было, когда она говорила, что в один день у меня было 2 пациента, один, они оба были после военных действий, один радовался, что он остался жив, хоть и без ног, а второй не хотел жить, потому что потерял... Я, честно говоря, сейчас не вспомню, что либо он, у него тоже было какое-то что-то со здоровьем, либо просто психологически он просто не хотел жить, а другой радовался тому, что, хотя находился в более таком сложном состоянии, да. Но говоря о сложном состоянии, она сама пишет о том, что не нужно сравнивать свою боль с чьей-то болью и, например, говорит, что да, моя боль по сравнению с его болью ничто. То есть, как я могу... И точно так же не говорить, что чужая боль, она меньше, чем твоя. Да, и... потому что она описывала случай, когда к ней пришла пациентка, у которой, если не ошибаюсь, умерла дочь или близкий человек, и она была в ужасе, да, она не хотела жить. И пришла пациентка, у которой машину покрасили не в тот цвет, и для нее это была тоже страшная проблема. Я, если честно, тоже думаю, ну это же какая-то ерунда, но очень показательно, что автор говорит, нельзя сравнивать боль, для каждого, ну, каждая боль, она важна, каждую боль нужно пережить, и каждая боль, она по-своему... Ну, сильная, страшная, наверное. И мы не знаем, как она повлияет на нас в будущем, потому что, да, мы говорили про детские травмы, да, но травмы нас преследуют постоянно, по сути, у нас жизнь — это, в принципе, одна большая травма. Но то вопрос в том, как мы относимся, действительно. И если мы, например, берем человека, у которого машина была покрашена не в тот цвет, ну, возможно, у нее там, возможно, это вызовет какие-то неприятные воспоминания, относясь к детству, и это вызовет какие-то новые психологические проблемы у человека. Ну, то есть мы не можем понять, мы действительно не можем знать, что на душе у другого человека, и нельзя сравнивать, что типа, да ладно, у этого не, нет, у этого какая-то проблема. А вот у меня. И это действительно неправильно. Ну, это опять же выбор. Ну, там все пронизано выбором. Вот не зря. Вот именно название просто идеально подобрано под книгу. Просто идеально, потому что там каждая страница описывает тот или иной выбор героини или некоторых второстепенных героев. Ну, наверное, единственное, когда выбора не было, это когда их увозили в сам лагерь всех венгерских евреев и героини в том числе. И то она это преподносит так, что мы сами должны выбирать, как мы относимся к тем или иным событиям. То есть, и даже тут она преподнесла какую-то вот толику выбора. Но я не знаю. Эта книга действительно... Ну, единственное, есть один минус, кстати, в ней, который мне не понравился. Ну да, давай, может, тут не промо-акция у нас этой книги. Ну, кстати, и этот минус, ну, он такой, он несущественный. Наверное, там... очень много вот такого вот американского такого, вот попытки привести ее к бестселлеру. Ну, бестселлеру в том смысле, что чтобы вот было вау какой-то. Ну, она стала бестселлером. Она стала бестселлером, но там вот есть некоторые моменты, ну, как мне показалось, которые прям вот очень-очень натянуты по-американски, наверное. Как вот, например, какие-то боевики подтягивают, там, главный герой, который суперкрутой. Но это, наверное, уместно. Но это и минус, и нет. Ну да, мы, конечно, не можем судить, если только самого автора не спросим. К сожалению, это несколько сложновато, да. Вот, но еще один такой момент хотела отметить вот здесь, про перекладывание ответственности и про позицию жертвы.
легче думать, что кто-то или что-то отвечает за твою боль, чем принять на себя ответственность и выйти из образа жертвы. Этому научил меня наш брак. Каждый раз, когда досада на Беллу отвлекает меня от работы и моего развития, каждый раз мне легче обвинить его во всех несчастьях, чем взять ответственность на себя. Вот, мне кажется, мы очень часто грешим этим все, я в том числе, я могу там грешить на магнитные бури, ну, то есть даже если я не грешу на какого-то человека, я могу это грешить отсутствием хорошего ноутбука и всего-всего. Какие-то материальные, либо какие-то, ну, наверное, не со здоровьем все-таки, а попытки, ну, все... Попытка сказать, что там давление низкое, высокое, среднее какое-то, еще что-то, дождь, солнце, снег, холодно, жарко. Это все, да, мы все на это скидываем. Но, ну а еще если, ну, кстати, если говорить о крымских татарах, мы ведь грешим еще и другим, что мы перекладываем ответственность, виноваты. Находящиеся. Вот сейчас, например, вот очень много споров было о том, что типа надо уезжать, не надо уезжать. И мы перекладываем ответственность. Ну, те, кто живет в Крыму, например, перекладывают ответственность на тех, кто уезжает, а те, кто уезжают, они перекладывают ответственность на тех, кто находится в Крыму. Насколько это актуально сейчас? Ну, это очень актуально. Ну, то есть, нет, ну насколько это. Правильно, это, ну, каждый делает свой выбор, и если человек решает остаться в Крыму, то, во-первых, не стоит его критиковать, а во-вторых, не стоит ему критиковать других, которые сделали, возможно, отличный от его выбора. Ну, во-первых, это, опять же-таки, вопрос выбора, и, во-вторых, уже говоря о том, уезжать или нет, в книге тоже, да, это было, когда... я сейчас проспойлерю, извините, она выходит замуж, удачно выходит замуж за состоятельного человека и живет в хорошем, красивом доме, да, в замке, можно сказать. И они собираются уезжать в другую страну, перевозят, отправляют все свое богатство туда, но в последний момент Ева Эдитегер понимает, что там нет будущего, там им нужно ехать в другую страну. И в этой стране их никто не ждет, и тем более у них нет ни гроша. Она последнее украшение дает для того, чтобы вытащить своего мужа из тюрьмы и уехать... не то чтобы по поддельным документам, да, у ее мужа была страшная болезнь, туберкулез, и она вместо него отправляет своего родственника, да, на этот тест. Mm-hmm. И тем не менее они уезжают, и очень много лет они, ну, выживают, поэтому вопрос в том, лучше ли будет, если мы уедем, как бы это сложный вопрос. Ну и вопрос, будет ли хорошо, если мы останемся, тоже большой вопрос. Это все очень спорно, но опять же, кстати, вот проводя параллель с книгой, она тоже не могла знать, будет ли там ей хорошо или будет ей плохо. И мы не знаем, будет ли хорошо нам, находясь здесь, или нам будет лучше, если мы выедем. И поэтому это тоже вопрос выбора. Как ты думаешь, каким ценностям учит эта книга? Каким ценностям? Во-первых, человечность. Это очень про человечность. А во-вторых, как ты говорила в начале нашей беседы, это про то, что никогда не поздно начать учиться, никогда не поздно приобретать новые знания. И это очень круто. В-третьих, наверное, это рассказывает о том, что у нас что война и все, что связано с ней, это не просто плохо, это супер плохо. И последствия от Второй мировой войны мы до сих пор переживаем, и что вот, ну, не факт, что еще скоро переживем.
основное, ну вот, вот я ее последним говорю, но это, наверное, основное, это то, что человек сам властелин своей судьбы, сам властелин своей жизни, и он должен... Ну, точнее, он не должен, то есть это, наоборот, книга про то, что, типа, что ты никому ничего не должен. Ты сам отвечаешь за свои поступки, за свои мысли, за свои действия или бездействия. И поэтому это очень про выбор. Тимур Чохсагол, я все-таки еще раз благодарю тебя за эту беседу и советую нашим слушателям прочесть эту книгу, пишите свои комментарии под этим постом, пишите свои впечатления от выпуска, пишите впечатления о книге, возможно, мы что-то сказали не так, будет очень интересно почитать мнение, отличное от наших. Просто была беседа, чтобы... обсудить эту книгу. Действительно, мы не эксперты. Мы не эксперты литературоведы и тем более не эксперты-психологи. Наверное, интересно было бы послушать мнение практикующих психологов. Очень интересно. Всем до свидания. Всего хорошего.